к оружию, оружие, оружие. Так, у меня там винт. Где оружие тут менять вообще? Вот здесь вроде. Нет, не здесь. Вот здесь. Понятно, пистолет. Что-то у нас такой. Это один пистолет. Вот какие-то умения стоять. Ой, а это что такое? Два пистолета. Вес низкий. Урон высокий, зато меткость. Модифицироваться я не могу. Так, это я вспомнил. Это броня. Это все фигня. А это магазин, да? А оценка есть процент охранения, что ли, урода? Вот что за бред? Улучшение. Помогать, налагает. Не лагает. Так, вот здесь что-то я делал. Это я делал апгрейд моего оружия. Вылечь на зиму оружие. Ну-ка, апгрейд посмотрим, какие тут есть. Виски, это туфта. Вот, что тут, тут. Забыл запас. Не надо... Что такое? Пистолет, пистолет, бронебойный пистолет, лишь винтовки. Вот, это мне нужно, конечно, однозначно. Посмотрим, как это ставить. Скорее всего, как-то вот так вот. Как что-то не понял, что-то я. Ну-ка. Модификация. Нельзя. Здесь что-то значит. А, во. О, глушак, смотри-ка, кайф, кайф, кайф. Только я что-то не понял, почему я только одну? Ага, вот. На 50%. Доставим. А здесь что такое у нас? Ну-ка, ну-ка. И вот это оставим, все. Отлично, теперь у меня супер пушка, супер. Так, надо пистолет поставить, только не понятно, как пистолет работает тут. Пистолет. Пистолет. Вроде не лагает. Лагает. Нет, не лагает, как нормально. Так, с ним понятно. Там вот, блин, вот пистолет. Я могу убирать, еще непонятно. Почему у меня два оружия? А, это дробовик. Все понял. Так, надо маленько пистолет увеличить его. Пистолет. Не, ну пистолет, ну, в принципе... Автомат мне нужен. Винтовка, штурмовая винтовка. Так, 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 стабильность ствола. Оружие увеличит количество выстрелов. Отдача. Вот это купим. А, это стабилизатор. Вот это купим. Раз. И вот это купим.
Ну, хватит. Так, пистолет. И для винтовки. Все. Чё-то никто ничего не пишет. Так, ну вроде все поставил, все, что нужно. Так, сейчас вспомнить управление игры. Запись я могу поставить. Так, пробел, навигационная помощь. Да. Да, ближний бой. Ближний бой, перезарядка. Войны. Ладно, все, пошли в путь. Так, это полетели. Сейчас решим, куда полететь. Так, что такое? Место крушения. Останки топливного склада уничтожены войсками противника. Горючее можно добыть за блок. Получен 120 единиц. Понятно. Я не помню, для чего ресурсы нужны вообще. Полетели. Так, куда только нам скопление сходов? Это по сюжету, да? Гнездо коршуна. Не буду я заморачиваться, я буду идти по сюжету. Туман цитадель. А спасти примарха. Химарха. Полетели. Составочка. Заставочка пошла. Так, полетели. Спасти. Покупка топлива. Так, я не помню, для чего тебе. Так. Полетели. Не будем изморачиваться, бегать не по сюжету, идем по сюжету строго. А почему я могу вручу забрать? Интересно. Почему я не могу выбрать? Странно же. Я тоже могу не выцепить, я смотрю. Это кому оружие-то? Это Джеймс Пиара, вот. Джеймс
Шепард. Это подожди, люди добрые. О! Штурмовая винтовка, да? Вместительность больше, но урон меньше, да, метки с этого. Скорострель. Ну и поставим его. А мотивировать можно? Так, здесь у меня ничего нет. А, есть. А, для всех действует прикольно. То есть для всех видов оружия, надеюсь. Так, очки, надо же спрятать очки. Очки. Ай! Дурацкие наушники. Прям пусто было этим наушником. Так, посмотрим, что-то поставить. Мне надо. Так, что там мне стоит-то? Воспламенение. Надо липучка. Три патрона. Диверсия. Диверсия, да? А вот это надо обязательно. Это очень-очень крутая вещь. Сколько она стоит? Тройку стоит, да? Троечку. Или патроны. Даже не знаю, что взять. Так вот, восполнение возьмем. Новый скилл, да, и четверочка. Тройка. И, наверное, вот возьмем невидимку. Ой-ой-ой, блин. Ладно, плевать. Плевать. Что у нас тут происходит, смотри-ка, война какая-то. С кем мы боремся, как я понимаю. Вот и мы. Тихаря, пока идет война, мы приземлимся. Yes. Nah. Shepard, I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Блять, что тут сразу начнется мясиловка. Так, патроны, взрывчатка. О, винчестер у меня есть. Стрелять не вижу. Что это такое?
ступенечки дали. Так, что-то меня тут... А, типа направляю куда, да? Огонь. Так, куда бежать, блин? Старшего офицера найдем в рум. Собираем пока. Гадюка. Снайперская винтовка? Гадюга. Чего нам лучше-то, блин? Так. А, понятно, она. Несколько выстрелов делает. Я понял. В чем её преимущество? У меня скорострельность у него выше, но урон у него слабее. Экипируем, посмотрим, что это выйдет. Подожди, как у меня гадюка стоит. Я не понял, как мне? Не понял ничего. Игра, где игра? Как выбрать менюшку-то? Оружие, реализована помощь. Стрелять. Панель управления держать, левый shift. А, это странно. А вот в чем она. Базука. А это что такое? Пистолет. Что ты делаешь, блядь, дурак? Лесник Хермус. Бронебойная унификация. Пистолет. Бронебойная унификация. Так. Вот это что такое? А, винтовка какая-то? А. Ну-ка. Прикольно. Ну, что за? Хочет. Так. Остальные попробуем, что себя представляет. Винтовочка. Офицер. Или где он? Найди старшего офицера. Где старший офицер? По ножке-то.
Где этот дурацкий старший офицер? И таган какой-то. Это базука. У него звук этот. Винчестер. Понимаю, офицер должен быть. Вот. Get your men up on that north barricade. Yes, sir. Sergeant Barnes, find a way to get that comm tower operational. Sir. General. Commander Shepard, heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorin. Primarch Fedorin is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. How bad is it, General? Насколько? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy, just... irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Pusks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Так, мы куда надо идти? I see the comm tower to the left of the main barricade in front of Palavan. Let's go. Башня, башня. Так, это что у нас базука? Бля, что у меня поменялось? Непонятно. Я не менял же. Чё за бред? Блин, где это обменять оружие-то? Ну ты что делаешь, идиот, блин, тупой? Какого хрена это поменялось? О. Войнушка будет. Где враги-то? Без врагов. Прикольная пушка, мне понравилась. Надо ее усовершенствовать. Двигаться вперед. Пока ничего не такого сложного не вижу.
Сейчас. Будем оборонять. Что-то их многовато. Ну, нормально. Что дальше идем? General, do you read? The comm tower is now operational. Бежим дальше. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Делает. Че ты прыгаешь, придурок? Так, набираем что-то здесь. Есть что-нибудь? Такое круто, патроны вообще не тратятся. As your partner said, succession is usually simple, but right now the hierarchy's in chaos. So many dead are MIA. I need someone. I don't care who, as long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Garrus. Vakaris, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palamon. If we lose this moon, we lose Palamon. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vakarian. He helped me stop the Galactus. Превосходный. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Leon. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palavan Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus? His name's crossed my desk. Know him, Garrus? Как понимаю, никто меня не смотрит. Ну не смотрите! Мне плевать. Lifelong military. Gets results. Popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Salarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Salarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Old strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. Unconventional thinking might be the only way to save Palamon. And Earth. He'll do whatever it takes.
Reminds me of an old human specter I knew. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming Harvester! Headed for the airfield! Ой, чё за летающий дебилоид? General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Отлично. Hey, is that you breathing so hard? Atmosphere's a little thinner than I'm used to with sulfur. Adrenaline's better than oxygen anyway. Мочи. Right. They do. Ну, крепкие. Стреляем. Ты делаешь? Умри, урод. Не все, в играбельности, если так назвать, она не так интересна играть, как все остальные части. Это такая, ну... Все-таки первая часть как королевушка, вторая тушка как королевушка, а это какая-то на экшен, да. Не так интересно в нее играть. Все-таки орлевая составляющая больше привлекала, они делали как экшен. Вступили, чуваки. Как следствие? Я так и не мог из него стрелять. Woohoo!
уроды вонючие. Нельзя подпускать их. Зарядка. Сколько тут будет, а? Враг не порвется. Лезут и лезут. Не надоело? Ой, ой-ой-ой. Да, что это за дебилизм такой бежит? Ой. Сейчас будет больно. Ой-ой-ой. Где он? Надо броню начал пробить. Ой, этот что за чмо тут делает? Иди отсюда. Ты дурка, иди отсюда нахрен. Так. На. Сдох, что ли? Ха-ха-ха. Огонек попробуй. What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Так, мне надо... Двигаемся. Should be pretty quick, unless we find trouble. С комментариями мне больше нравится. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long did it take before the fight's kicked out? Not today. They'd only listened to your warnings about the Reapers. We might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like that. Got more back here! Надо поставить Винчестер. Запись, значит, что-то происходить будет.
This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Что-то большое, мне кажется, будет. Okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victor? Half hour ago. Okay, good luck. Yes, sir. Так, где он? Вперед. Генерал Виктус. Ой. That was a little closer than I'd like. I'll say. No survivors. Damn it. Не выжил, короче. Ой, ну генерал не выжил. I mean, Asari? Solarians? Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan has never forgiven us for the Genophage. Две части у меня пора прыгать. Денег мне 28 тысяч. Значит, иду из окна. Начнем. Так. Очки с моими капельца. Понял.
Еще бы поставить тут у нас. Кроган. Так, что у нас за... Hate them both. So they won't be joining us. Bad. I fought with the Krogan. А, типа направляет, понятно. They're tough sons of bitches. Мне бы на патроны. Так, вот бежит. Taking this Primark from me. Right behind you. Нормально долбанул по мне. Все убил. Скотина. Стрелять я не вижу. Какой крепкий. Ой, еще один, твою мать! Ай!
твою мать. Меня могут убить. Ой, мать твою! Да захва меня стрелять! Чё? Да? Стреляет. Продержимся, знаю. Патроны срочно нужны мне. Выдержали мы. Дальше. Нашел это генерала. Гип-гип, ура! General Victus. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Not Commander. I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, get that thing the hell off my neck. Appreciate it. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fedorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Главный гарч столкни. Negotiating for the Turian hierarchy. Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. Чем же дело? You're not qualified. А почему? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I pay.
piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. It makes you seem reckless when you're anything but. War is your resume. Nah. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reavers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Give me a moment to say goodbye to my men. Несколько минут тебе дать. Даю, так уж и быть. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them. Not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palavin... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. I apologize for being so frank, Commander, but your plan feels doomed to failure. We know. We've been there before. But, Madam Counselor, let me... I'm not the only one that feels this way. The Salarian Dalatras is livid. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Perhaps. Still, we can't help but feel that this summit is a waste of your time. And we can't afford to have it waste ours. We must focus our attention on the arrival of the Reapers. So no, the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. Good luck, Commander. And goodbye. Just let us finish. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Кома. Тысяч, да? 41 тысяча. Привет, Кроу. Только сейчас заметил твое сообщение. Так, что-то я не понял, куда мне там надо идти? Мне надо какую-то видеосвязь. Это, точно. Связь Хакета, а вот. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Salarians will be there, though. You don't sound very optimistic. Это уже не слышал. We expect Krogan will be joining us, too. I see. Well, then, you've got your hands. Else you needed to discuss? Да. Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They searched the Arcturus station before we left. Первой части вот в этой части неинтересно сюжет сам. Что они говорят, болтают. Сам сюжет неинтересен. Sending us to the Mars Archives was a good call. То есть, ну скучно это. Да вы что, ну тут сделано все как экшен, игра как экшен сделана. Не надо путешествовать по каким-то территориям, по планетам там, по станциям, кого-то искать, что идет. Тут просто экшен идет, один экшен идет. Туда, сюда, ты... Короче, маленько скучно. В демку 6... А она что, вышла что ли на это? На этом она есть... PlayStation 3 вышла она или чё? Я бы скачал, конечно. Я могу даже этот запустить.
стрим по нему. Бесплатно, но сейчас я на закачку поставлю его. Круто. А там что вообще? Что, на какую игру она смахивает-то это? То есть какую часть она смахивает? Так, где мой джойстик? Где мой джойстик? Она когда вышла вообще? Неделе? Ну, я пропустил, значит. Так. Я лох. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. На, курс событий держи его. Так, мне сейчас надо... Что мне надо делать вообще? Да геймплей зачем его показывать, если я сейчас демку скачаю? И на стриме, скорее всего, запущу ее. Найти все надо в стори-магазине. Да можно, конечно. Нет, ну, вначале, наверное, хотя бы... А там именно... в демке именно онлайн, как таковой. А есть офлайновый режим или только онлайновый? А, это и другое, ну понятно. Так, я сейчас не загрузить ее. Если что будет лагать, подлагивать, мне сразу говорите. Так, ладно, двигаемся дальше. Качается. Так, это я сбегал, бежим дальше. Боевой терминал, это нам нахрен не нужно. А что еще из интересного, каких игр появились демки? Чё, потому что я давно уже... Не знаю, что такое варзат. Так, мне надо вообще отсюда выйти. Где выход-то, а? Замуровали демона. Сейчас спустимся. Что там апокалипсис? А, ДНЗ? Так.
понимаю, лагать периодически стало, да? Ну, это из-за того, что закачивается у меня. Игра. Так, ладно. На третьей пало, да? See if you can get to E. I'll check the AI core. На третьей пало, что случилось? Что случилось у нас? Is everything okay? That's what I'm gonna find out. Joker, what's that sound? Fire extinguisher, Commander. Could be an electrical fire or something. Да, что-то там происходит. I'm going in. Вперед, я ничего не боюсь. Иди, talk to me. Иди? Кто такой? You're in Dr. Eva's body. Huh. Not all of me, but I had control of it. It was not a seamless transition. A transition? You blacked out on us for a while there. Без света. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated. And the unit attempted physical Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. Прикольный искусственный интеллект корабля. This unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Прикольно. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. I'll tell you when I need it. Excellent. I will run tests to ensure that it matches or exceeds the capabilities of organic squad mates. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new bot. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. On that we can agree. Кодекс какой-то. Так, лошадь. Вот, дольшку. Так, вперед. У меня 36% пока скачалось. Где такое? Was that Edie who just walked by? Yes, it was. Oh, Joker is going to have a bath. So how may I help you, Commander? You've never mentioned any. None to speak. We need to end this war. Mr. No. What's going on, общаться? We should be good for a long time. Even given you. I'll see you. Take care, Sean. Wi-Fi включать? Зачем тебе Wi-Fi? Ну там в настройках настраивать надо. Я не помню как.
Все настройка делается. Same numbers myself. They don't look good. Garrus. After what I... We're gonna need you. Oh, what you saw. Still not convinced I should have left it behind. We have it there. They didn't... So you're the... Just... I'm not... I don't help. We're actually respectable now. Something else you want to talk about? That's all for now, Garrus. Wouldn't be... Now I... Так болтай, зэка, трахли мозг. Бронебойные патроны в аптеке. Сейчас и бронебойные. Лучше. Hello again, Shepard. It cost me. I was too late to save him. The important thing is that I still. We'll talk later. Of course. Подушечка, подушечка. Так, 50% скачалось у меня. We'll talk later. Of course. Greetings, Commander. Так, надо написать. У меня психиапрегиды добавились, надо их добавить. Что за у нас такой Z? Ой, тут чувачиха была. Система обеспечения. Мужской туалет. А, вот Челноков. А, так. Так, что у меня там за оружие стоит вообще? Модификация. Так, винтовка мне это не нравится. Так, вот это прикольная, кстати, вещь. Ну, все равно не то. Стоял. Пистолет и таган. Оставим это, пистолет один, да? Так, сейчас пора приедем. Что такое? Ставим, короче. Винтовка. Оставим это. Так, Винчестер. Винчестер. Так, пистолет. Я что там? Скорость становления минус 106%. А, из-за того, что у меня вес слишком большой. Понятно. Так. Ёлк мне денег. Значит, сейчас что-нибудь опрыгнуть. Надо мне Винчестер обратно опрыгнуть. Насчет тут. А вот. Винчестер. Где Винчестер? Как у меня стоит-то? Я не помню, как у меня стоит. А, Ятаган стоит у меня. Ятаган. Повысить. Так, и так, да? Так, и какой у меня автомат там?
Снайперку нам не по максимуму. Вот этот учитель тоже надо повысить. И это богомол тоже надо. А где у меня винтовка-то? Как называется-то, я не помню. Винтовка. Защитник. Это защитник. Вот она. Излучатель, излучатель, катана. Так, хищник у меня стоит. Хищник, да. Хищник. Это чё не тупи. Так, что у нас продается? И вот это бы надо купить, накопить. Зачем я потратил деньги-то, блин, придурок. Все, короче, купим на броню. Блин, знал бы, я бы не тратил бы. Все, купим на броню. Так, ладно, бегаемся. В заданном направлении двигаемся. И сюда пошел. Поднялся, пошел. А, вот. Даже дурочка даже здесь находится. Hey, commander, check out my co-pilot. So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander. Don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have made the cake. I am right here, Jack. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Hello, Shepard. Привет. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence. 93% я уже скачал. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. No. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me with individual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for them. Asking about something. Какая Лиара? Ну она на корабле, она. На корабле она. Все, у меня Resident Evil скачался. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer. Correct. Сейчас остановлю ее, Resident Evil, сделаю анонс и начну. Ну, само собой, сначала буду Аннапольский тест. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Не, вначале ничего не кидаем мне. Вначале я попробую офлайн режим посмотреть, что как. А если там время будет, то сыграем. То я тебе не обещаю, сразу говорю. Так, ну, наверное,
На этом я закончу стрим сегодня по Mass Effect, и через какое-то время по Resident Evil буду стримить. По демке мне сегодня сказать, что она вышла. Поэтому вы можете далеко не уходить, минут через 15, ну, может быстрее 10, я начну стримить Resident Evil демку.